приветствуем, приветствуем всех слушателей на вебинаре организован глобальная сетью журналистов-расследователей. Меня зовут Шейла Карнел, я являюсь преподавателем журналистики и руководительницей Центра СТБЛ при Колумбийском университете. Школа журналистики в Нью-Йорке. Также я являюсь соосновательницей Филиппинского центра расследовательской журналистики, который был организован вскоре после падения тоталитарного режима Фердинанда Маркоса. Скоро пройдут выборы в США через пять дней. И многие люди думают о том, что происходит с, дем с демократией во всем мире. И журналистов, в частности, волнует данный вопрос. Касательно статистики Freedom House. Уже 14 лет подряд показатели демократичности в мире падают. И сейчас автократия набирает оборотов. Сейчас половина людей в мире живут... В условиях демократии. Но если ситуация будет продолжать ухудшаться, то тогда лишь треть населения планеты будет жить в демократических странах. И как знать, что произойдет в США? Журналисты находятся на передовой данной борьбы. И коронавирус привел к тому, что правительство начало использовать это как подоплеку для того, чтобы подавить свободу слова. Нам необходимо собраться и понять, как можно бороться за факты, которые можно установить, какова роль прессы, которая наблюдает за тем, что происходит в то время, как демократия идет на спад. На этом семинаре JGN к нам присоединились три замечательных журналиста, которые писали о России, Южной Африке и Египте. Все работали на независимые средства массовой информации в тех случаях, когда в их странах наблюдались проблемы с демократией. Когда я представлю этих людей, то вы поймете, насколько они замечательны. И также у нас предоставляется перевод. Наши переводчики работают очень активно за кулисами. Перевод предоставляется на русский и арабский. Вы можете выбрать, на каком языке вы хотите слушать. Оригинал на английском. Перевод на русский, либо арабский. Если хотите слушать все его на английском, то найдите изображение глобуса. Выберите английскую дорожку и после этого нажмите на выключить звук оригинала. Для того, чтобы прослушать данный вебинар на арабском языке, пожалуйста, учтите, что арабский язык подписан у нас корейской иконкой, поскольку арабского языка еще не по умолчанию в зуме. Поэтому... Мы кликаем на ту же иконку с глобусом, выбираем корейский язык и выключаем звук оригинала. Для того, чтобы прослушать перевод на русский язык, нажимаем на иконку с глобусом, выбираем русскую дорожку и после этого выключить звук оригинала. И, пожалуйста, не забывайте, не забывайте выключать оригинальный звук. И еще раз приветствуем. Сейчас я хотела бы представить вам наших сегодняшних гостей которые работали в независимой журналистике, наблюдали за тем, что происходит в довольно непростых ситуациях и выбирали эффективные стратегии, которые соответствуют высоким стандартам нашей профессии. Лина Атала, соосновательница и главный директор, Мадемас, редактор Мадемессер, новостного сайта в Каире один из последних источников независимой информации в Египте. Она писала для Reuters, Cairo Times, Daily Star и также для Egypt Independent, до того, как это средство массовой информации было закрыто правительством. Она была признана одной из самых влиятельных людей 2020 года, согласно журналу Times. Маша Гессен является писатель, писателем и автором для журнала нью Yorker, автором 12 книг, включая такие, как «Переживая автократию», и получила и получили награду за книгу «Будущее истории. Как тоталитаризм вновь завоевал историю». Помимо этого, Маша также преподают в Барт-колледже в Нью-Йорке. Ник Давис. Это журналист, расследователь, который работает в ЮАР, является главным редактором, работает в Мелленгардиан и работает в Хиндустан Таймс. Также недавно начала работать исполнительным директором организации Human Rights Watch и также является членом Совета Кода Стория Амабуганы и Бекисыса, Центра журналистики в области здравоохранения. До того, как мы начнем, немножко информации о глобальной сети журналистов-расследователей. Для тех из вас, кто не знаком с GIGN, это самая большая глобальная сеть неприбыльных организаций журналист, расследовательской журналистики, которая охватывает 184 организации в 77 странах, но работает с журналистами, которые работают в негосударственных организациях, коммерческих средствах массовой информации, а также работают с фрилансерами. Работает с людьми со всего мира, предлагает различные инструкции, руководство и вы можете найти ссылки на различную информацию, которую предоставляет GAJN, пройдя по ссылке, которая сейчас представлена в чате. Вопросы свои вы можете задавать, нажимая на иконку Q&A для вопросов. Вопросы можете сейчас уже начинать записать на любом языке, поскольку вопросы мы будем переводить. Когда докладчики закончат, Юнис Ау присоединится к нам, и будет модерировать сессию вопросов и ответов. Пожалуйста, учтите, что мы будем осуществлять запись данного вебинара, и позже запись это появится в интернете. Давайте начнем с того, что происходит сейчас. Мы говорим про то, что демократия идет на спад. И это происходит по-разному. Начиная с того, что авторитарные режимы начинают постепенно что-то захватывать и доходя до действительно крайних форматов например, то, что происходит в России либо в Китае. И это сейчас проявляется во многих состоявшихся демократиях, включая Соединенные Штаты Америки. Пожалуй, все согласятся, что сейчас всех нас накрывает постепенно волной авторитаризма. И это происходит во всем мире. Что означает? Мы отклоняемся от демократических форм. Мы отклоняемся от верховенства права. И, конечно же, это делает свободу слова крайне уязвимой, как и журналистов, которые работают с этими тематиками. И поэтому это усложняет работу тех, кто работает в сети JJN. Это усложняет работу всех журналистов в мире. Поэтому хотел бы попросить всех наших гостей. Сперва подумать о тех странах, о которых они писали, в которых они работали. Как нам стоит сейчас реагировать на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся? Какие стратегии и навыки нам необходимы? О каких темах и вопросах нам стоит говорить? Как? изменить мир средств массовой информации. У каждого из вас будет от 5 до 8 минут для того, чтобы откомментировать. Сперва слово вам, Маша. Давайте поговорим о тех странах, которые известны вам лучше всего. Маша, большое спасибо за то, что пригласили нас. Для нас действительно честь сегодня быть здесь. Да, опыт у нас был довольно специфический поскольку мы работали в России, писали о политических темах на протяжении 20 лет. И после этого мы вернулись в Россию, в США, после того, когда пришлось уехать из России. И мы наблюдали за тем, как улучшается ситуация с демократией и в США. И много очень времени пришлось уделить тому, чтобы понять, как можно менять ситуацию не все можно легко применить. Не все то, о чем мы узнали в России, является настолько простым для сознания. Но на самом деле огромное количество полученных уроков можно применить к той ситуации, которая сложилась здесь у нас. И тема это расследовательская журналистика, потому Нам бы хотелось поговорить о следующем. Когда мы писали книгу, с 2008 года, в 2011 год, мы занимались этим, книга была опубликована в 2012 году, и мы постоянно возвращались к этому вопросу: к тому, что есть определенные ограничения расследовательской работы в тех странах, есть определенные. Правительственные учреждения, здраво... есть различные правоохранительные организации, которые не работают в открытую, которые не работают прозрачно. Они наоборот фальсифицируют информацию, они делают то, что должны были бы делать. И кажется, это очевидным, когда вы оказываетесь в такой непростой ситуации. Но когда мы росли в США, мы поняли, что есть какое-то решение суда, и это факт. И нам кажется, что если вы честный, ответственный журналист, когда вы пишете, у вас должно быть четкое понимание того, что вы делаете, поскольку вы должны полагаться на конкретную информацию, которую вам предоставили профессионалы. И в книге про Путина мы пытались писать о том, что происходило, какой беспорядок творился, но все равно у меня было слегка смешанное чувство, у нас были смешанные чувства, когда книга была опубликована. Как будто бы хотелось понять, как все это свести воедино. Когда это уже все было на бумаге. Когда соответствующие учреждения начали тоже исследовать то, что происходило. Например, подозрительные смерти. Или то, что происходило в Москве и на юге России в 1999 году. Но мне кажется что нам придало уверенности. И мне кажется, что это урок, который применим и в других ситуациях. И это важно. Это большое количество воспоминаний. И в автократии на самом деле воспоминаний не так много, если говорить про исторические промежутки. В книге про Путина есть глава про отравление. В 2012 году многие говорили о том, что есть связь между администрацией Путина и определенным количеством подозрительных смертей, что людей, возможно, специально травили. И мы рисковали. Чем был оправдан такой риск? Это то, что удалось узнать, что и в 1999 году были подозрительные смерти, и это позволило нам понять, что, возможно, и тогда происходила похожая ситуация с отравлениями. За последний год мы также узнали, например, те смерти, о которых мы писали в 1999 году. Это новичок. Все уже знают, что это такое, но когда еще мы писали книгу, никто не знал о том, что такое новичок. И когда впервые мы об этом услышали, мы подумали, ого, ничего себе, но... При этом необходимо было очень четко отслеживать, что происходило в прошлом. Мне кажется, что журналисты должны это делать. Автократии полагаются на то, что создается информационный хаос. Когда постоянно как будто бы пелена перед глазами. И это одно из сравнений, которое я привожу в нашей книге про автократию. Это как будто бы очень загрязненная среда, настолько загрязненная, что даже не видно частицы загрязнения в воздухе. И тут внезапно идет дождь, или внезапно направление ветра меняется. И на какое-то мгновение, либо на день, все проясняется. Все становится понятным. Понимается, да? Мы полагаем, что важно помнить об этом, что все мы работаем в таких условиях, что... Пишут, что перевод про плохо слышный. Вижу вот комментарий на русском языке. Я сейчас попробую тогда медленнее. Мы сейчас попробуем медленнее говорить. Все мы работаем в условиях информационного тумана. Необходимо все четко записывать. Необходимо составлять исторический нарратив. Это будет играть нам на руку. И завершая, хочу привести пример касательно того, что происходит сейчас в США. Мне кажется, одна из самых важных историй про администрацию Трампа. Пожалуй, одно из самых ужасных нарушений человеческих прав. То, о чем мы должны помнить и в мире после того, как Трамп уйдет с должности президента, это то, что родителей на границе разделяли с их детьми, И это все началось в 2017 году. И мы сказали 2017 год. И люди, которые отслеживали эту историю, мы начали в этой истории слегка позже писать. И появилось огромное количество различных нарративов. И вот как раз это, это история информационного тумана, когда очень сложно не начать прислушиваться к этим привлекательным нарративам. Всегда есть соблазн написать какую-то историю в стиле, в стиле сценария для голливудского кино, когда есть мужчина или женщина, который пытается противостоять всему этому, сделать что-то хорошее, и сделать что-то хорошее вопреки той среде, которая их окружает. И была такая история про человека, который работал в системе юстиции. И это вот был как раз такой человек, который пытался противостоять этой системе, идти против нее. И... И это часть истории, часть этой политики. Если отмотать назад к тому, когда все это началось, какая была поли... позиция человека, который говорил, что он возражал мы пойдем, поймем, что этот нарратив не совсем сходится. И очень важно, очень важно помнить, что происходило, каким был этот нарратив. Единственное, что мы можем делать как журналисты для того, чтобы противостоять автократии, это нести истину, нести ее настолько четко и точно, насколько мы можем. И не всегда, к сожалению, это делает нарратив настолько привлекательным, но это позволяет донести истину. Спасибо. Спасибо, Маша. Дальше передам слово Лине. Надеюсь, что вы сможете продолжить. Вот как нам сейчас в ситуации информационного хаоса работать? Вот у вас, особенно в Египте, как вы видите свою роль? роль Мадам Спасибо большое, Шила. Для меня большая честь выступать перед вами. И действительно, я хотел бы продолжить то, что нам стали рассказывать Маша. Сейчас мы переживаем непростые условия. Не только у нас есть этот информационный туман, такая перена. По сути, в некоторых местах информации просто нет. И один из аспектов, что необходимо? Необходимо просто пытаться как-то принудительно освещать информацию, которая замалчивается. Если власти не хотят, чтобы мы что-то писали или что-то расследовали, что-то делали, мы стараемся им противостоять. И мы здесь очень активную роль занимаем, активно такие темы освещаем. Но есть и другой аспект, когда нам нужно пр противостоять нарративам, которые доходят до нас уже искаженно, которые фальсифицированы. И вот Маша упомянули уже, какое, какое противоядие в этом случае стоит использовать мы, собственно, можем противостоять этому искажению, показывая общий контекст. И вот мне нравится идея историчности, о том, что нам необходимо показывать общий исторический контекст, чтобы можно было выявить, где в нарративе настоящая истина. И, и также, третье, это подкрепление информации разными голосами. Таким образом, тоже можно искажения это устранить. И, конечно, эмпирическая информация как можно более непосредственная информация с места событий. В контексте нашей работы в МАДА. Вот 7 лет назад у нас был выбор, у нас ресурсов было мало, и мы раздумывали, заняться ли собиранием сбором сбором новостей или просто аналитикой более медленной, скажем. Ну, по сути, аналитикой. Мы четко для себя поставили цель. Нам нужно заниматься новостями и работать, потому что нам нужна вот эта вот базовая, непосредственная информация, потому что нам да даже нет, у нас нет информации для анализа. Сейчас настолько большой информационный голод на самом деле в нашей стране, что очень сложно Действительно, выстроить какую-то аналитику. Не на что опираться. И вот мы активно работаем и в этом ключе тоже. И еще одно важное направление это то, что мы не должны быть только реактивны. Что я имею в виду? Мы все понимаем, как работают новости. Очень часто мы оказываемся в такой ситуации где мы только реагируем на то, что сделали власти. Либо пытаемся что-то опровергать, либо ищем альтернативную информацию, которая покажет все с другого угла, не того, как об этом сообщают основные СМИ. Но всегда при этом мы можем забыть о других историях, которые тоже нужно рассказывать. Особенно в такой стране, которая очень централизована. В Египте все взгляды сходятся на Каире, но, но на самом деле свет клином не сошелся на Каире. И вот нам нужно как раз выискивать где-то в провинции, где-то в этнических меньшинствах или в отдаленных географических районах искать другие истории. Поэтому вот еще важная задача ⁇ это смотреть в другие направления, открывать свое поле зрения, чтобы замечать другие возможности. Потому что это тоже донесение правды, это тоже донесение истины. Не только нам нужно вот постоянно, постоянно противостоять основной, основной, основной повестке, мы очень часто излишне этим увлекаемся. А в нашем контексте очень важно еще и все это делать с каким-то более-менее связанным качеством. Но что вот это качество, эта связанность обеспечит наш успех. На мой взгляд, наша аудитория растет, люди нас читают. И при этом я имею в виду не только вот основное ядро аудитории вот таких вот прогрессивных читателей за демократию. Но наших читателей всех привлекает то, что мы действительно стараемся выдавать качество, следовать нашим стандартам, и мы при этом успешно можем отбивать все атаки, обвинения в, в, в прозападном уклоне или в про каком-то еще уклоне. Именно потому, что мы и в аналитике, и в непосредственных новостях обеспечиваем однородное, и однородное качество без каких-то перекосов. Таким образом, со временем мы приобретаем доверие аудитории. И еще вот по поводу выживания. Мы, конечно, думаем о своем экономическом выживании, но это не первый приоритет. Если перед нами стоит выбор, опубликовать ли историю или нет, даже если эта история может поставить под угрозу все существование нашего проекта, то для нас все равно в приоритете истина. Мы не будем выбирать экономическое Экономическое выживание, потому что это уже это практически политика. Хотя я знаю, что некоторые считают иначе, что важно обеспечить собственное выживание в первую очередь, это тоже форма сопротивления. Но, тем не менее, в нашей работе мы полагаем: важно работать по тем стандартам, которые мы для себя определили. И... Тут так можно что-то обсуждать на уровне того, какие термины мы используем, как-то с языком можно что-то обыграть со способом подачи. Но основные стандарты журналистики не меняются в этом. По сути, ну, вот каков наш подход в этот момент. Спасибо большое, Лина. Мы еще вернемся к теме экономического выживания, но. Сначала передадим слово Нику. Ник, вы согласны э, с предыдущими выступающими, что сейчас для журналиста очень важная задача это, вот, собственно, ведение хроники, это, собственно, вот учет информации и попытка выстроить в этом хаосе, э, попытка выстроить какую-то структуру, а вопросы подотчетности уже вторичны. Я согласен с этой ролью. Конечно, вот мои коллеги из Human Rights Watch тоже согласны, что нам нужно сперва набрать фактаж, и потом уже можно, скажем, привлекать совершивших военные преступления, вот скажем, как в моей стране, к ответственности. Но еще одна важная задача — это вот сохранить для людей идею демократии. И подотчетность ⁇ это важный компонент. Маша упоминали уже вот, вот это ощущение, когда дождь смывает из воздуха все загрязнение, наконец-то можно вдохнуть. И как по мне, вот как раз подотчетность может такой эффект тоже породить. И кроме того, я полагаю, что журналистика в самых разных аспектах, в зависимости, конечно, от текущей ситуации, но журналисты могут так или иначе вот, показывать идею здорового общества, где есть демократические ценности. Я в своей работе журналиста, редактора понял, что нужно честно говорить и себе, и читателям о том, каковы наши задачи я часто оказывался в ситуации, когда я немножко темнил по отношению к себе или по отношению к читателям, немножко темнил в понимании, о какой демократии мы стремимся. Мы действовали, исходя из каких-то таких неясных предположений. Ну, мы же играем вот, роль вачдога, мы сторожевые псы демократии. Или для нас важна подотчетность, или мы вообще мы такое вот, журналисты — это существа, которые имеют огромную роль. Но на самом деле может, можно по-разному все это преподносить. И нужно для, для себя хорошо увязывать и эту работу для для построения демократического видения и вести учет, вести ту самую хронику. С чем в Южной Африке у нас, у нас возникают проблемы, например, так это с тем, что мы пережили прошлое апартеида, и у нас очень сложные взаимоотношения в стране. Та газета, где я работал, она в основном, по сути, занималась сопротивлением апартеиду, и вот до, до, до 90-х это был основной источник борьбы с апартеидом, и там, конечно, много вопросов возникает по поводу того, опровергать ли всю теперь новую изменившуюся инфраструктуру или как-то встраиваться в нее. Но Конечно, мы для себя решили, что мы будем заниматься, ну вот, обычной вот нормальной журналистикой, заниматься расследованием коррупции и злоупотребления властными полномочиями, и потом мы оказались в однопартийной системе, и наша газета сразу поняла, что в такой ситуации у нас коррупция становится новым врагом, который уже, конечно, может выражаться в самых разных формах. Но вот читателям мы это не объяснили, и себе в тот момент не объяснили. Поэтому для многих было очевидно, что газета действительно сделала вот такой оборот и стала заниматься борьбой с коррупцией. И, и, и по сути, мы просто инструменты, которые раньше мы использовали против, по сути, нелегитимного правительства, мы стали использовать против нового, легитимного. Но в какой-то момент, когда правительство, ну но уже новое, почувствовало себя некомфортно, они стали использовать все те же, все те же предыдущие инструменты для критики, стали говорить, что мы уже слишком уклоняемся в сторону борьбы, что мы неравномерно всех представляем и стали, по сути, стигматизировать работу журналистов, обвиняя нас иногда и вполне справедливо в тех перекосах, которые у нас были раньше. И, как по мне, проблема была в том, что мы как раз ни для себя, ни для читателей не прояснили в чем наше видение, какова наша задача. После этого мы разработали этический кодекс для нашей газеты, и потом мы могли уже скоммуницировать такое основополагающее видение, антироссийское, антироссийское видение нашей газеты, и какую ценность для нас играют права человека, и потом мы уже могли объяснить, почему у нас подача вот такая-то или вот такая-то. И, например, я, я видел нечто подобное в, например, в других газетах, когда они публиковали расследование по поводу уплаты налогов Трампом. Это, это может быть просто небольшое примечание от редакции, но они играют важную роль в том, чтобы прояснять наш подход. Также вот я работал в Индии, и там была большая такая медиа-империя, которая была, по сути, выстроена вокруг ну, идеи независимой журналистики. Но порой создавалось ощущение, что настоящей души в этом не было. Никто на самом деле не, не преследовал идею демократического плюрализма, и это, это было в, в первую очередь из-за того, что э, так или иначе была вот эта вот смычка э, с бизнесом, например, это, это было в, в 90-е годы, и, э, в последнее время как как раз вот в индии наблюдается в том числе сокращение места для независимой журналистики несмотря на то что там действительно очень много очень талантливых и редакторов и журналистов но но возвращаясь к, к теме хроники действительно документирование это очень важно Многие вещи находятся и определяются только в долгосрочной перспективе. Поэтому нужно как-то сохранять и передавать эти кусочки информации, чтобы потом, иногда и в ретроспективе, вся истина выплыла на поверхность. Поэтому, видите, роли могут быть разные. Может быть, даже такая вот маленькая свеча или большой костер. Все они играют свою роль. Конечно, демократический проект сейчас действительно в осаде. Мне очень нравятся ваши тезисы о том, что действительно нам нужно вот это видение демократии выстраивать. Но, но ну, практический вопрос, как это делать? Ведь у нас сейчас, ведь нам нам противостоят столько пропаганды, столько дезинформации, ложь, отсутствие правды. Каждый день разные правительства, главы государств просто, просто вот буквально с космической скоростью продуцируют ложь. Откровенно. Как тогда можно пытаться вот это, это видение демократии на всех спроецировать? Мы все из тех стран, где действительно так или иначе, был когда-то опыт перехода от авторитарного режима к демократии. Вот, Лина, вы переживали арабскую весну и потом э, отход назад. Может быть, есть что-то вот в том опыте, что мы можем использовать сейчас? Потому что сейчас у нас совершенно иные вызовы. Не то, что мы видели в 90-х годах или даже в начале 2000-х. Маша, вам слово сейчас. Дайте, задумаюсь. Давайте отвечу на ту часть вашего вопроса по поводу того, как сохранять это видение демократии. Нику, спасибо большое, действительно очень ценный вклад в обсуждение. Как по мне, самое важное, как раз именно это. Ответов несколько. Во-первых, вот в лучшие дни в России в 90-е годы мы как раз использовали такой подход. Вот мы действовали, как будто мы можем. Как будто мы можем привлечь всех к ответственности. Для этого требуется, конечно, некоторое воображение и отвага, но это важный шаг. Потому что тогда... Вы что-то можете сделать. А если у вас есть ощущение, что ничего не получится, вы идете в суд, в прокуратуру, вы, вы просите что-то, вам какую-то информацию предоставить и получаете ответ нет. Как в этой ситуации найти для для себя силы? Как можно представить, что вы кого-то можете привлечь к ответственности? Но это и есть ваша работа. Вы должны это представить вы должны почувствовать, что вы можете это сделать. Это элемент, конечно, воображения, но он дает вам силу. Журналисты, опять-таки, хорошо умеют изменять угол атаки, подавать историю под разными углами. И иногда даже те страны, которые нам кажутся функциональными демократиями, тоже на самом деле вводят, скажем, за нас журналистов, и вот мы можем это наблюдать зачастую в ситуацию в Вашингтоне. Поэтому, если вот так вот творчески подходить с воображением, представляя, что вы можете привлечь их к ответственности, то это, это сработает. Еще кое-что важное. Нужно помнить, о том, что есть будущее ничто не вечно, и это тоже не вечно. А что касательно ответственности? Что касательно ответственности касательно будущего, в будущем мы должны внести туда только то, с чем мы хотим жить в этом будущем. Звучит это крайне абстрактно. Но нам кажется, что это нечто, что можно привнести в каждую историю это та информация, которую мы несем в будущее. И это чрезвычайная ответственность. Но при этом это также несет с собой определенную надежду. Придут времена, когда то, что мы пишем сейчас, будет иметь чрезвычайное значение. Даже невзирая на то, что сейчас нам кажется, что никому это не интересно, никто этого не читает, что мы и люди, которые у власти живут в абсолютно разных, разных системах ценностях. И мы не можем никак повлиять на эту власть, но по итогу это будет иметь значение. То, о чем мы пишем будет иметь значение. Лина Вы работаете пожалуйста, в самых непростых условиях, несколько месяцев тому назад осуществили нападение на ваш офис, вас задержали. Что дает вам силы? Собственно, то, о чем только что сказали Маша, это действительно была очень вдохновляющая речь. Что помогает таким людям, как Лина? Вот то, о чем говорили Маша, резонирует у вас? Действительно. Когда я это услышала, то прямо меня какое-то такое тепло охватило, когда я услышала это о будущем. Но я не удивлена, потому что есть целая книга, посвященная этому. В нашей команде, потому что вы постоянно говорите, что мы являемся детьми в арабской революции. Мы выделяемся. Из толпы. Мы пытаемся постоянно что-то делать. Вы, верно, обсудили, описали это. Мы работаем в непростых условиях. Но у многих людей есть чувство ностальгии. Касательно революции, которая произошла в прошлом, И это, пожалуй, самое прекрасное воспоминание свидетелями которого стали представители моего поколения, но в то же время мы понимаем, что. Мы не можем просто держаться за эту ностальгию. Ностальгию о том, что произошло в прошлом. Нам хотелось бы эту ностальгию определенным образом направить в будущее. То, о чем говорили Маша, как мы можем привнести это в будущее. Как наша работа, которую мы делаем каждый день, может сделать вклад в будущее мы пытаемся сделать несколько вещей. Они взаимосвязаны. Первое. Как сказали Маша, мы пытаемся создать определенный нарратив моментов, набор информации, с которым необходимо считаться. И это, пожалуй, является центральным элементом. Изначально я говорила, 7 лет тому назад, когда мы начали работать, В летом 2013 года, пожалуй, никто бы не был готов начать работать независимо в независимом СМИ в Египте. Это было то лето, когда мы переживали огромные политические изменения. И мы, как независимые журналисты, стали свидетелями этого. Мы все это зафиксировали. И если бы вдруг по какой-то причине нас внезапно не стало, то эта информация все равно бы осталась и жила. Но мы здесь. Эта информация есть. Меня это радует. Но у меня и у людей, которые работают со мной, есть право думать о будущем. И при этом испытывать чувство ностальгии касательно будущего. И иногда, когда мы работаем, приходится также... Иногда строить определенные догадки. И поэтому мне нравится то, что сказал Ник. Необходимо мыслить демократично. Порой бывает так, когда мы думаем о непростых временах. И мы не можем себе представить, что делать с тем, что мы застряли в этом настоящем. И при этом мы понимаем, что очень многие люди власти не хотят, чтобы мы мечтали. Они хотят положить этому конец. И мне кажется, что это также важно. Необходимо, чтобы вот эти мечты были частью той работы, которой мы занимаемся. И сейчас хочу конкретизировать, потому что я сейчас говорю об очень абстрактных вещах. Происходят кардинальные изменения. В мире, в котором мы живем сейчас, происходят изменения в правительстве. Мы не будем сейчас сдаваться в детали. Это изменения, которые приводят к тому, что начинает воплощаться нарратив тех, кто стоит у власти. Но мы работаем с различными людьми, с представителями творческих профессий, с урбанистами. И вместе с ними пытаемся понять, как бы они хотели видеть, как выглядит центральная площадь в наших городах. И когда мы собираем эту информацию. Потому что вдруг вас попросят заняться проектом восстановления определенной исторической площади в вашем городе, то что вы будете делать? И это позволяет открыть сердце, почувствовать тепло. И это очень нравится нашим читателям. Таким образом, мы вытаскиваем их из пучины тьмы. И как будто бы перенести их в страну полную прекрасных вещей. Мы можем это делать. И это может вносить позитив в нашу жизнь. И мне кажется, что важно, чтобы это также было элементом того, чем мы занимаемся. Не все должно быть грустным, окрашенным в темные краске. Конечно, да, должна быть нотка позитива. Н Ник, Юар. Благодаря расследованиям журналистов-расследователей удалось. Одного из коррумпированных чиновников привлечь к ответственности ⁇ это успех, действительно. Полагаю, что без журналистов-расследователей, которые бы написали о президенте Зуме и о том, что он, по сути, обокрал всю страну, вышло бы его свергнуть. Потому что понятное дело, что была связь и с другими событиями в стране. Но именно журналисты, расследователи позволили дать этот толчок для того, чтобы вернуться к демократии в ЮАР. И в определенный момент, во время его правительства, мы задумывались о том, что вообще, есть ли какой-то толк в том, что мы делаем? Каждый день вы пишете какие-то истории, думаете: ну вот сейчас, сейчас его свергнут, и ничего не происходит, а вам-то надо дальше это делать и ждать, когда наступит тот день, когда это принесет результаты. Но есть определенные практические вещи. Знаете, тут даже я говорю не о традиционном подходе к работе, есть определенные уроки, которые также можно вынести из такого опыта. Первое это хорошие навыки эксп... проведения экспертизы необходимо искать, что делали компании, что происходило. Да, это не самая интересная работа в мире. Но если вы будете использовать и нарабатывать такие навыки, то это позволит улучшить вашу работу. И также эти навыки можно применять в различных контекстах. И мне кажется, что это, собственно, то, чему помогает GIGN. Потому что очень часто у вас есть какие-то отдельные кусочки пазла, и вдруг вы находите еще один кусочек пазла вообще в другой стране, где другие правила касательно открытия информации об активах, открытия информации о том, что происходит на биржах. То есть это первый важный компонент. Второй – сотрудничество между организациями на территории ЮАР. И я говорю здесь не просто о поиске фактов, это то, что сейчас делают все больше и больше, но и в плане издания, в плане публикации определенной информации. Потому что если только один источник напишет о чем-то, то эта информация не будет восприниматься как легитимная. Поэтому важно, чтобы было несколько партнеров, объединение. Именно это позволяет повысить уровень доверия к таким публикациям и репортажам. И еще одно, очень важно защищать базовую свободу слова и права журналистов. В США немного организаций журналистских, которые позволяют защищать право на свободу слова. Есть отдельные журналисты, которые занимаются этой работой. Журналисты должны защищать информационные права, информационную инфраструктуру. Это можно делать более эффективно. Заниматься этим полноценно. Общаться с представителями различных структур, которые работают над регламентами. Потому что необходимо организовывать эту работу. если вы живете в демократии, но при этом какое-то давление уже начинает ощущаться, можно заняться этой работой, и это позволит вам действительно добиться невероятных результатов. Это позволило нам работать с трибуналом, с различной информацией, это позволило нам открыть данные с различных бирж. И, как по мне, это была очень важная информация в данном случае. Поэтому Говоря про ЮАР, знаете, это пример того, что не надо просто ждать, пока изменения сами по себе произойдут, но делать определенные шаги для того, чтобы повлиять на ситуацию и сотрудничать таким образом, чтобы можно было повысить уровень доверия из медицины. Маша, вам много писали про автократию в США, про Дональда Трампа, но... Дональд Трамп – человек, которого можно расследовать и расследовать. Было большое количество расследований, которые происходили даже не все равно все, что он делал. Скажите, это довольно парадоксально. Но что журналисты могут делать в такой ситуации? Я полагаю, что нам необходимо признать, нам кажется, что вот все в годы моей жизни при автократии позволили признать, что автократия это очень плохая ситуация для журналистики, которая в ней вредит, которая не позволяет получить всю необходимую информацию, и это приводит к потерям для журналистов. Нехватка прозрачности приводит к потерям для журналистов. Даже если каждый раз мы будем постоянно, вновь и вновь писать о том, как лгут политики, даже это не позволит нам выиграть когда мы начинаем только писать о том, что президенты коррумпированы, то, что они разрушают идею правительства как такового, все это вредит журналистике. Потому мы воспринимаем журналистику при Дональде Трампе как довольно интересный проект. Как нам можно снизить количество причиненного журналистике вреда? Потому что он причиняется данной среде. И есть не просто замечательное расследование, но прекрасные модели совместной работы. Например, мой любимый пример. Это подкаст Trump Inc. По-моему, они делают все замечательно. Во-первых, это совместный проект. Они работают с Республика, это независимый фонд, WBOC, это радиостанция, и другими средствами массовой информации. То есть большое количество различных игроков, журналистов из разных организаций вместе работают над этим проектом. Еще кое-что, что мне нравится. Это проект, который постоянно выпускает что-то новое. Это как открытое расследование. Они постоянно ставят вопросы и постоянно работают над различными гипотезами. И этот проект продолжается и продолжается. И, и когда вы слушаете подобного рода подкаст, то вы можете даже позабыть о том, что этот подкаст является чем-то революционным, но, как по мне, он прекрасный, поскольку Трампа описывают как систему. И один журналист-расследователь не сможет этого сделать, но можно собрать пазл вместе. Когда мы описываем это как систему, здесь мы говорим про историю, про контекст, про обрамление. Все, что помогает нам сократить количество вреда, который причиняется журналистике. И сейчас мы говорим о расследованиях, которые происходят в непростых условиях. Поэтому Лина Ника... Может быть, вы могли бы коротко описать, какие вот действительно выдающиеся расследования вам сейчас приходят в голову про автократию? Лина, мне нравится один пример. На самом деле их несколько, потому что мы несколько таких расследований делали за последние пару лет. Мне нравится расследование, посвященное коррупции и тратам во время эпохи Мубарка. И мне нравится рассказывать про этот пример, потому что он связан с вопросом влияния и работы с аудиторией. Данное расследование основывалось на большом количестве собранной информации. И я сейчас хочу понять, что мы можем делать с историей конкурирующих нарративов? Мы можем использовать информацию, данные, и при этом довольно убедительно преподносить информацию, которую мы собрали. В этой истории мне очень нравится то, что в метаданных также есть данные из баз данных, которые поясняют, каким образом осуществлялись траты президентом и было очень интересно, что люди не просто прочитали данную публикацию, они заходили в базы данных, начали писать комментарии касательно данных, наборов данных, о которых мы написали. И это позволило поднять уровень доверия к себе. И мы поняли, насколько люди заинтересованы в хорошей журналистике. То есть необходимо уважать нашу аудиторию, и давать им такую информацию. Вот хотел поделиться этим примером. Да, вы не говорили о том, как вы расследовали связь автократии и клептократии. Ник, а у вас как самое любимое расследование? Помню, кстати, работал с GIGN и писал как раз про подкаст Trump Inc. Он как раз тоже связывает автократию и клептократию. И Возможно, мы сможем более детально об этом поговорить во время вопросов и ответов, поскольку подобного рода информация позволяет аудитории, слушателям и читателям лучше понять, что происходит в таких режимах, что делают правящие элиты. Поэтому все, кто не слушал подкаст «Трамп Инк», послушайте его. Иногда он касается не только США, но и других стран. Там все довольно интересно оформлено. Еще несколько вещей хочу упомянуть, которые, пожалуй, не являются бестселлерами такой работы, но довольно интересны. Если посмотреть на работу Бен Коллинса, на которую они дали для UC, QNR, писали про очень интересную информацию и рассматривали на то, что происходит с загрязнением, с которым мы столкнулись, писали для QAnon. И здесь была довольно интересная техника и э, сеть источников, которая позволила понять, как все работает, и отследить все и найти корень проблемы. Мне кажется, что это очень важный навык, который необходим людям сейчас. То есть важны не только классические навыки финансового анализа. Необходимо также хорошо анализировать, что происходит сейчас в информационной сфере. Для того, чтобы можно было отследить различные связи между различными узлами в антидемократической глобальной системе. Увидеть, что происходит, например, Найджел Фарач в США. Или Стив Беннон, который происходит в конференции в итальянских гостиницах, или то, что делает Трамп. Поэтому мне кажется, что такие навыки работы с информацией чрезвычайно важны. Еще хороший пример. Недавно это работа Уолл Стрит Journal и Фейсбука в Индии. Когда Уолл Стрит Джорнал. Вот смотрел, как политики Фейсбука там применяются. И вот, кстати, там господин Дас вчера ушел с должности, и интересно очень посмотреть, как вообще развивается демократическая сфера в Индии, и как работает вот эта вот глобальная информационная инфраструктура, и как происходят эти искажения, или вот эти такие, как существуют проекты демагогии и клептократии. Итак, мы упомянули про глобальные связи, всемирных глобальных платформ, клептократов, демагогов, информационные взаимосвязи, но у нас времени мало. И теперь я призываю к нам Юнис. Юнис озвучит, озвучит вопросы этой аудитории. Два вопроса. Первый в демократиях автократы приходят к власти демократическим путем. Могут ли журналисты как-то сыграть свою роль, чтобы остановить этот процесс? И второй вопрос – это вот Трамп долгое время вредит демократическим институтам в США. Может ли Трамп теперь еще раз демократически переизбраться на следующий срок? Давайте адресуем этот вопрос Маше. Спасибо большое. Я, к сожалению, к сожалению, мы должны будем уйти после ответа на этот вопрос, поэтому заранее попрощаюсь. Конечно, можно на второй срок уйти и выиграть выборы, а можно и сфальсифицировать. И это куда более вероятно, если что. И сейчас у нас еще только попытка ввода автократии и консолидирования автократических сил. Скорее всего, это означает, что путем обычных выборов предотвратить это не удастся. Если у нас уже есть большие проблемы в американской избирательной системе, то эти проблемы можно эксплуатировать. И тогда выборы, ну, по сути, станут такими выборами, как в других автократиях. Они будут уже просто бесплодным ритуалом или, скажем так, очень проблемным ритуалом. И здесь пресса действительно становится оппозиционной партией в очень простом смысле. Пресса — это институт демократии. Конечно, может быть хорошая журналистика даже в недемократической стране. Но невозможно иметь демократию без хорошей журналистики. Поэтому наша борьба, наша борьба за поддержание на поддержание хорошей журналистики будет продолжаться даже в демократическом государстве. Но нам придется изменить свои подходы к взаимодействию с правительством. В первую очередь это язык, те термины, которые мы используем, потому что мы порой просто просто Правительства Трампа, когда мы говорим такие слова, как стратегия, например. Это обычные слова в политическом дискурсе, но если их применять к анормальному правительству, они нормализуют аномальное поведение. Ну, что, на самом деле там разрушается все государственное управление. Как можем это называть стратегией? Если мы это назовем стратегией, мы нормализуем процесс этого разрушения. Или, например, мы можем сказать, что у нас, у нас вместо разрушения госдепартамента это, это дипломатия, но мы тогда только нормализуем это разрушение. И нам нужно действительно найти правильно описывающий язык, язык демократии, язык политики. Этот язык нам понадобится в поставтократическом будущем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, очень красиво писали. И спасибо, что присоединились. Мы и дальше будем вас читать. Очень здорово было пообщаться. Но теперь я тот же самый вопрос адресую Лине и Нику. Мы сегодня наблюдали Индию, Южную Африку, Филиппины. Вот здесь автократические правительства выбраны демократически за них проголосовали. Что с этим сделать? Если люди вот выбирают лидеров популистов, какими бы они не были демагогами или антидемократическими, что делать в прессе? Ник, хорошо, сперва Ник, потом Лина. Мне кажется, что не стоит забывать. Нам не нужно полагаться на наивную идею о демократии, что одно событие раз в четыре года определяет, кто у нас будет лидером. Для демократических норм нужны еще и все остальные аспекты, в частности права человека. Поэтому журналисты, которые оставят демократию, должны отстаивать и права человека. Мы можем принимать или не принимать вопрос легитимности выборов автократического, автократического лидера, но есть еще другие вопросы, например, по прав человека. И нам нужно их отставить, нам нужно показывать, что есть законы, которые этот лидер может нарушать, и нам нужно их призывать к ответственности, требовать подотчетности. Тот, вообще сама концепция, что демократический способ выборов оправдает все последствующие действия человека, это очень наивный подход. Это перекликается с предыдущим тезисом, что мы должны объяснять читателям, что мы делаем. И когда мы отбираем сюжеты, мы поясняем свою позицию. Мне очень понравилось еще, как Лина вот сказала о том, что нам нужно действительно поддерживать вот это, это понимание иногда просто честно говорить о своем отношении. быть сила, которая будет с нами постоянно, которая работает с реальностью критически ее осмысливает, потому мы должны понимать, что это только часть реальности. И, конечно, можно много дискутировать по поводу тому, что создает именно такую реальность в различных контекстах. И я сейчас не буду вдаваться в детали. Но есть и другие составляющие реальности, огромное количество дней и месяцев, которые проходят между выборами, а мы во все это время работаем и все, что происходит с демократией, также происходит в эти промежутки времени. Мы здесь говорим про промежутки. Юнис, Если у нас еще вопросы? Да, вопросов еще хватит. Надеюсь, что время у нас будет, чтобы все их проработать. Так, давайте еще два вопроса. Первый в США и в Польше сейчас больше к власти приходит про радикальных групп, потому что они пытаются свою повестку протолкнуть. Какова роль журналистов? Как они должны писать о таких изменениях? Вопрос номер два. Как новости могут охватить все группы населения, не только людей, которые работают над реформами? Лина, Ника, есть ли какие-то примеры работы журналистов, которые привели к изменениям в Египте или ЮАР? Ник? Два довольно разных вопроса. Вопрос касающийся того, что происходит с судами. Да. Это, пожалуй, ключевой компонент того, что необходимо демократии, чтобы она функционировала. Конечно, мы должны об этом писать. И да, мы видим, как в Польше это происходит, как в Израиле происходят похожие события. Конечно, слегка под разным углом в США. И частично то, что произошло в США, журналисты также должны писать об этом. Они должны подчеркивать независимость судов. И также необходимо пояснять читателям, как работает судебная динамика, как назначаются люди, как все должно выглядеть в идеальных ситуациях. На самом деле писать о суде. На самом деле сейчас не так просто, как раньше, и пишут об этом не так много, как раньше. Это довольно важная тема все же. И коротко отвечая на то, что касается охвата только элит, мне кажется, об этом мы недостаточно поговорили. И здесь речь идет о доверии и также об эффективности расследовательской работы, потому что новости должны не воспринимать себя как часть этих элит, потому что порой такие источники, они отражают то, о чем говорят те, кто у власти. В ЮАР раньше была такая ситуация с журналистикой. Сейчас уже, конечно, это не так. Похожая ситуация также происходила и в Индии. Мы знаем, что есть такие прецеденты в США. Мы понимаем, что те, кто работают в расследовательской журналистике, должны уделять должное внимание разнообразию своей команды. Должны уделять должное внимание разнообразию историй, с которыми они работают. И также охватывать различные группы. Алина. Я хочу еще тоже кое-что добавить к тому, как охватить различные группы аудитории. Да. То есть, чтобы новости, информация не были направлены только на элиты. Да, потому что очень часто мы пишем в формате длинных текстов. Но, мне кажется, если говорить про пространство, как охватить разлаченные группы, необходимо уделять внимание представителям этих различных групп. Я, собственно, говорила об этом в начале нашего обсуждения. Например, мы много работаем... с тем, что происходит с вооруженными группами, что происходит в государстве, какие контакты, какие конфликты происходят, как представители гражданского общества тоже становятся вплетенными в это все, оказывается, между двух огней. И мы понимаем, что сейчас формируется новая норма, и мне кажется, что благодаря тому, что мы об этом писали, это также позволило нам привлечь внимание маргинальных групп к той работе, которой мы занимаемся. Поэтому мне кажется, что это важно, что это важно для того, чтобы обхватить все группы, а не ограничиваться только одной группой целевой аудитории. Времени у нас, к сожалению, мало, поэтому придется нам все-таки завершать. Я хочу поблагодарить нашу чудесную панель Машу, Лину, Ника за настоящую отвагу в работе. Спасибо большое и спасибо всем, кто слушал. Присоединяйтесь к следующему вебинару 12 ноября. В 9 часов по восточному времени США у нас будет на английском языке вебинар по расследованию сексуального насилия. Спасибо большое, заходите на сайт GIGN и спасибо всем участникам. До встречи на следующем вебинаре.